Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Mountain Blade, завоевание викингов. Так, и тут рабов некому продать, к сожалению. А задание, кстати, крестьянину сдавать не надо, то интересно. Надо зайти в тот город будет. Вот здесь вот продавались те крутые копья. Ну все, больше их нету. К сожалению. Видимо, они один раз были. Так, корабли. Ничего особенного. Так, 41 викинг. А у меня сколько человек сейчас? Много раненых. Надо, пожалуй, отдохнуть здесь, восстановиться и сразиться с ними. Холера. Они напали на кого-то. Я не смогу воевать там. Блин. Так. Битва. Я не могу ее выбрать. Молодые воины против викингов. Прекрасно. То, что надо. Поможем. 104 человека. О, это уже войско. Хорошее меню командования, столько всяких возможностей. Так, викинги, с ними нельзя шутить. В голову попал. Пусть они покидают копья для начала. А чё они на меня не обращают внимания-то? Блин, что-то никого не попал. А зато у меня попали, холера. Короткое копье слишком у меня. Так, неплохо. И он выжил. О, это зверь. Бист. Тут священники. И девушка напали на нее. Смотри, первая бежит крестьянка. Босая. Последний враг. У нас без потерь, кстати. У нас был сильный перевес. Холера. Успел. Спасибо за помощь, господин. У меня уже отношение 21. Раб. За них раб сражался. А, кстати, им же можно продать. Зараза.
Я так понимаю, не надо уже возвращаться задание доделать, Эгель. Дружище, надеюсь, вы помните, я из Рибы, где всегда есть чем и кем развлечь себя. Я уважаю мужиков, которые обожают медоух и девочек, а не таких, как Морган. Таких нудных людей я давно не встречал. Морган постоянно всех наставляет, говорит о каких-то смертных грехах, целомудрии, жить надобно, не употребляясь демоном, и еще много чего. Мне плевать на его святых, я воин, стремящийся заслужить дорогу в Вальхаллу. Морган достойный чувак. А, кстати, его надо одеть. А, я все продал. Ладно. Так, ну можно идти отсюда. О, дезертиры. Можно даже ближе подойти, я думаю. О, вот здесь вот встать. Смотри, конник. Это круто. Блин, девушку убил. Они стоят, кстати. У меня есть подозрение, что когда есть командир, то они лучше себя ведут. Ничего себе. Это не командир. Хозяин каравана, да. Вполне возможно, командир был. Mountain Blade такая фишка, когда ты сражаешься с какими-то серьезными отрядами, там, лидер когда есть, какой-то там ярл, то они ведут себя умнее значительно. Не просто не бегут в атаку, а стоят, ждут где-то там. О, пожалуйста. Блин, как так? Вообще странные дезертиры какие-то. Монахи, женщины. В голову попал. Как-то он так идет, его никто не убивает, интересно. Длинные копья, очень опасно. Ой, в спину расстреляли прямо. Жесть. Thank you.
Без потерь прекрасно. Ровно 33 сейчас будет. Тютелька в тютельку. Надо продавать срочно. Снова крестьянин помочь, да? Ну давай. Восточный Киренхэм. Ну, рядышком совсем. Я чувствую дежавю. Только что недавно такое же было. Держать эту точку. Ого, как высоко кинул. Блин, слишком близко мы появляемся. Неплохо въехал. Что-то у нас слабые ребята какие-то. Так, все в атаку. Всю пехоту вообще всю перебили. Как же так? Неужели? Потери? 18 человек. Ну, не так уж и много. 15 всего. Убито 6. Нормально. Мед. Дешевый довольно. Мед здесь можно купить. Сейчас бы молодых воинов встретить, продать рабов им. Как-то у меня с деньгами теперь не ладится. То было как-то быстро набирал их, а теперь 5000, не больше. Но я, видно, улучшаю воинов постоянно, они умирают. Не, не буду. Сейчас деньги нужны. Дорого стоит это содержание воинов. Даже не содержание, улучшение воинов очень дорого стоит. Во, наконец-таки посредник. Так, ну мы сейчас много заработаем. По 72 монеты, каждый свейский викинг. Это 350, 360 сразу. По 40.
Ну что, денежки появились? Почти 7000. Прекрасно. Книга-торговец. Ну-ка ж. А, интеллект требуется. Но я прокачиваю его как раз. История Пелопоннесских войн. Фукидид. А мне разве не 8 интеллекта? 7, да? Перевязка ран, но мне это ни к чему. Вот, к обучению плюс один. Но мне деньги сейчас нужны, хирургия. Эх. А что это мне даст? Вот я 6 тысяч заплачу, и что? Не, сейчас мне это не надо. Денег мало. Надо плыть, улучшать свое селение. Воры, 76. Так, они убегают от меня, значит, ложки. Это будет сейчас прикольно. Скорее всего, такие без щитов. То, что надо. То, что я люблю. What's this then, eh? Так, местность такая. Не лучшая. Река, ой, не люблю. Ребята, пойдем куда-нибудь в сторонку. Вот здесь встанем. Как же так? Неплохо. Мы их как тараканов сейчас раздавим просто. Они все каменщики. Ну, кстати, лошадь получила 22 урона с одного выстрела. Так-то. Убегает уже частично. Блин, коня сейчас убьют. Но это понимаю слалом. Кровавый слалом. Блин. Свой, что ли? Все, кончились копья. Все, победа.
У нас потери, один раненый. Нормально. О, у них 35 раненых. Сейчас их сразу в рабы заберем. В рабство. 35 на 32. Прекрасно. Красота. Ну, хороших вещей тут не будет, конечно же. Так, сразу надо идти и продать. Там посредник был. По 15, но 32 человека, поэтому неплохо. Так, сразимся. Морские налетчики, воры. Можно подулучшить, кстати, отряд. О, лагерная девка. Солдатская жена дальше. У меня много хороших воинов, кстати, полегло в той битве за деревню. То есть самый дорогой, недельная плата 26. А были по 55, там такие серьезные. Эх. Мне вообще конницы нет сейчас. Так, ну будем встречать вот здесь вот. Ну, такая армия, то есть много народа, но слабые в основном. Как он попал? Щитовая оборона. Прикольно. Но я их отвлекаю. Они тратят свои копья на меня. И пока вот этих вот убьют. Мои. Много потерь будет. Так, все, все в атаку. Зажимаем их. Ну, все получилось лучше, чем я ожидал. Столько камней летит. А когда щиты, эти камни, они вообще без толку. Троих моряков убили. Фригольдеров убили. Я не понимаю, у меня крестьяне всякие там, их не убивают. Убивают фригольдеров, моряков.
О, зато лут у них топовый. Немного времени, командир. Эгель, кажется, думает, что я бандит, только потому, что я получил законные военные трофеи от караванов, проходящих через землю моей семьи. Я сказал ему, что если его так беспокоит путь воина, то пусть идет становится нищим или монахом. Блин, я не знаю, их законы эти местные. Пойди, пусть сами разбираются. Ну, так тоже нельзя говорить. Пусть не достает Эгеля. Хотя, блин. Хотя нет, Эгель не прав был. Он не должен предъявлять другим членам нашего отряда. Это мое дело, как бы. Его дело служить. Как там мои корабли? Новобранцев могу нанять. 4 фригольдера. Прекрасно. Отплыть. Так, что у нас с деньгами? 8500, прекрасно. Отряду надо платить 1800. У меня много крестьян всяких, лагерных баб, но это все несерьезно. Священники, их убрать будет человек 50. Моряки, это тоже не сильные войны. Да. 3 хиртмана, вот это вот неплохо. Ну, вообще отряд так себе у меня. Девять фригольдеров. Вот это да. Так я копье себе и не купил. Ладно, найду как-нибудь. Адонисовщина. Что я могу сделать для вас, командир? Капитан, я хочу улучшить это место. В настоящее время у вас слабо защищенное убежище. Что ж, вперед. Это место нуждается в улучшении. У меня есть все необходимые ресурсы и деньги. Рабочие приступят к делу прямо сейчас, командир. Работы будут завершены через неделю. Ого. Что-нибудь еще, командир? Угу. Так, тут 19 моряков. Священники пусть сюда идут. Крестьянки в таком количестве мне, пожалуй, не нужны. Секундочку. Да сколько там уже? А как это 53, если предел 50? А, то есть можно, но это будет недовольство. Так, ладно, все, идет улучшение. Что у нас с заданием? Внуки Флатбертаха. Динас Бран. Ой, блин, это опять в Англии. Надо было сначала... В Динас Бран, наверное, съездить. Ну ладно, успею. Тогда я сначала сделаю задание вот здесь, в Дании. А задание у нас... Так вот, месть. Поговорить с Сигурдом Змееглазом. Сигурд Змееглазый Рагнарсон.
Его найти теперь надо. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.